Всех приветствую, продолжаю серию видеороликов о нашей зимней теплице. Вот строительство стеллажа идет у нас под микрозелень и под рассаду. Первый день сегодня начали. Постепенно сделаем ее уровня в 3-4. Сюда повесим свет между стеллажами и будем выгонять зелень и рассаду. Вот такое техосвещение сейчас у нас идет. Вечерний ночной период, пока только одну грядку засеяли редисом, самую дальнюю, но ее сейчас не видно. Будет днем возможность, обязательно покажу. Всех приветствую, продолжение видео о нашем стеллаже. Уже полностью завершенный стеллаж, в длину получился 15 метров, в ширину порядка метра. Он уже полностью завершен, осталось только провести электричество, подключить лампы, вот, застелить пленкой и, в принципе, начать работу. Вот. Как основание у нас лежит брус 200 и поперек 150. Дальше стены, то есть направляющие, сделаны из 50. В принципе, вот такая незамысловатая конструкция своими руками сэкономила, а точнее даже увеличила пространство в 2-3 раза. Полки съемные, то есть полностью их можно снять, убрать, переставить вниз или просто в принципе убрать. Все очень удобно. Полностью они снимаются. Но он еще, дерево еще, древесина мокрая, подсохнет, так будет гораздо легче. Обрабатывать не планируем, наверное, только вот основание, фундамент, чтобы не подгнивал, не плесневел. Вот такой стеллаж уже, зелень некоторая стоит, привезенная из другого места. Базилик разный. Очень удобно. Ну, вот здесь таким образом будут находиться семена для микрозелени или для рассады. То есть мы уже начали приготовление. В дальнейшем на всю теплицу мы его пустим полностью, целиком. Вот такой длины. В следующем видео обязательно я покажу, расскажу про свет, какой здесь будет свет. Какие эксперименты будем со светом проводить. Хотим кое-что интересное показать и рассказать вам. Всем спасибо за внимание. Ждите следующих видео.